Привет! Вы на канале Чевитыч. И Маша! Сегодня мы проводим цветные опыты. Привет, друзья! Да, сегодня у нас есть вот такая смешная коробочка с вот таким смешным котом. Кольорові експерименти, цветные опыты. Попробуем открыть и посмотрим, что у нас там есть, да? Да, да. Что здесь? Вытаскивайте. Ух ты! Инструкция. Цветной. Да, цветной цветочек. Вот. Так, что же у нас здесь есть? У нас есть инструкция. Сейчас будем изучать. У нас есть... Ого! Слишком много всего нету. Есть вот такая вот какая-то пиалочка здесь, да? Я буду пиалочкой. Смотрите, что здесь есть. Есть пипеточка. Да. Есть вот такая, как бы, как пиалочка, коробочка, даже не знаю, чтобы что это. Чтобы туда молоко наливать. Молоко, да, кстати, нам придется что-то наливать сюда. И у нас есть три цвета, желтый, красный и синий. Наверное, надо будет аккуратненько с ними. Так, желтый цвет. Красный цвет. Держите. Синий цвет. Держи. Прочитали мы инструкцию и поняли, что кроме всего, что у нас предоставлено в наборе, нам придется еще взять моющие средства и молоко, и ватную палочку. Вот такую, да? Так, в нашу чашечку, вот такую, мы добавляем молочко. Вот так. Видите как? Да. Добавили молочко. А в другую чашечку мы добавим немножко моющего средства. Что же теперь мы будем делать? Смотрите, сейчас мы будем по очереди добавлять нашу краску в молоко. Очень-очень аккуратно будем капать. А потом брать палочку, мочить его в моющем средстве. И вот так вот дотронуться надо будет до молока. А это в другой эксперимент. Ну что, попробуем? Да. Ну что, дети, начинаем экспериментировать. Да. Открываем мы наши красочки и по очереди. Сначала синяя красочка. Капаем в наше молоко. Так, Маша с другой стороны. С этой? Да, с этой стороны. Давай. Нет, вот здесь. Ну, давай с какой-нибудь стороны. С этой. Давай. Так, еще капаем. Наверное, еще можно накапать. Давайте еще. Это? Да. Вот там возле красненькой, а Тима возле синенькой можешь. Ух ты, как красиво. Давай еще капай, еще. Вот я уже там два накапаю. Еще, давайте. Просто, чтобы эти краски не смешивались, вот с разных сторон мы капаем в молочко наши краски. Ух ты! Класс! Листик! Так, теперь берем желтую красочку, давай. И еще... И еще капаем желтой красочки. Яркая такая. Все, хватит. Так... Знаете, что надо сделать? Взять ватную палочку. Так, есть. Намочить ее вот в этой жидкости. В этой? Да, давай. Средство для мытья. И опустить очень аккуратно в серединку. В серединку молочка. Что-то получилось? Угу. А ну, давай еще раз. Не, опусти. Хорошо ее намажь. Так, хорошо ее мажем в жидкости этой для мытья и опускаем. Аккуратно? Очень аккуратно, да. Ну что, ничего не получается? А что должно получиться? Не знаю, давайте вот так вот подержим. Смотрите, смотрите, что получается. Класс! Какой опыт классный. Убирай палочку теперь, убирай. Смотри, что получается.
Да, хорошо. Супер! Давай еще. Ну что, еще раз попробуем? Да. Давайте. Так, опускаем наши палочки. Посмотрите на эту радугу! Посмотрите на эту красоту! Супер! Да вы волшебники! Да. Вы, наверное, знаете какие-то волшебные слова? Да. Какие? А ну, Маша. Абракадабра. А еще какие? Абракадабра. А какие еще вы знаете? Абрамубракадабра. Маша, ты же смотришь Шиммер и Шайн, какие там джинны говорят? Бумзарамей, вот такой вот. А у нас молоко уже притворилось в какое-то, я не знаю, радужное болото. А сейчас мы проведем итоги новогоднего конкурса. А кто же выиграет? Действительно, кто же выиграет? У нас всего лишь 3 участника. Женя Губина под номером 3, канал Мейбл под номером 2 и Лера Степанова под номером 1. Давайте посмотрим. Итак, зашли мы на генератор чисел рандом. Выбираем количество участников. Нажимаем. И победителем становится участник под номером 2. Так, победителем нашего новогоднего конкурса становится канал Мейбл. Поздравляем! Другие участники, не расстраивайтесь, у нас скоро 1000 подписчиков на канале. И мы обязательно проведем новый конкурс. И кто-то обязательно еще выиграет. Подписывайтесь на канал Team Vita. И Маша! Пока-пока! Пока-пока!